Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики канала. Играет и комментирует для вас Слуцкий Александр. Мы продолжаем проходить карьеру бойца в UFC 3 и продолжаем готовиться к нашему второму поединку в карьере. Первый мы слили. Ну что ж, третья неделя. Я думаю, надо потренироваться немного. Я бы еще бокс потренировал. Давай. Скорость удара, мощь, выдержка. Давай, давай, давай. Надо. Тренировать еще бокс. Хорошо, скорость удара уже 73. И, наверное, еще бокс. 74 уже, мощь 68, выдержка 72. Неплохо. Так, у нас еще 40 очков. Тактика выматывания, давай точность немного поднимем. Пик физформы 103%. И, пожалуй, тейкдауны, броски из клинча, вносливость грэплинги. Это потом, наверное, будем работать над нашими слабыми местами. Давай догонялки, сила корпуса там, чтобы еще подросла. Ну, как-то так. Остается у нас последняя неделя. Там надо провести рекламную кампанию, разумеется. Вот она, четвертая неделя. Давай, рекламная кампания. Что бы это значило? Давайте смотреть. Надеюсь, что тоже что-то интересное. Потратьте очки за неделю на рекламные кампании, чтобы увеличить число подписчиков, средств или повысить ажиотаж. Вот как ажиотаж-то повышать. Выложить материал в соцсетях. Поднимите интерес фанатов к своему предстоящему бою. Плюс популярность. Ну давай. Окей. Тренируюсь больше, чем кто-либо. Никому не остановить меня. Алекс Руссо написал у нас в Твиттере. Будем считать, что в Твиттере. Можно еще провести, что ли? Нет, ледяная ванна нам пока недоступна. Больше пота, меньше крови. Там уже кто-то меня поддерживает. Так, ну, 90 очков еще. Давай еще обучение пройдем какое-нибудь. Какую-нибудь перку. Точность удара. Ага, смотри, тут у нас несколько есть. Росперсон. Так, пока мы с ним не можем. Так, вот с ним прошли. За 15 секунд нанесите 10 ударов кулаками. За 15 секунд ваш боец должен нанести 10 ударов кулаками своему партнеру по тренировкам. Хук в корпус, удар локтем ведущей руки, наведение на цель. Так, ну, за 15 секунд 10 ударов. Давай, поехали. Он же будет блокировать, я думаю. Тем не менее, интересные там навыки открываются опять. Почему все время справа, блин? Так, хорошо, давай. Ну все, собственно, за 10 секунд 10 ударов. Джеб у нас классный, кстати. Хук в корпус, удар локтем ведущей руки. Третий уровень, наведение на цель. Так. Хук в корпус, удар локтем ведущей руки. Запомнили, да? Хук в корпус, третий уровень теперь у нас. Давай, ну тут показано, где у нас новиночки. Хорошо, это удобно. Вот. Удар локтем ведущей руки. R2 плюс квадрат все тот же, да? Хорошо. Тут все пока пусто. Блин, это все надо запоминать. Все надо запоминать. Угу. Так, ну и перки. Давай смотреть. Нанесение ударов. Повышается точность при выполнении последовательных ударов. Угу. Давай. То есть комбинацию, когда делаешь, легче все становится, и точнее удары. Хорошо. Так, ну неплохо провели тренировочку. Так, утомление, ё-моё. А можно пропустить уже все? Типа 106%. Перетренировался я немного. Ледяная ванна, физическая форма, плюс... 500 стоит, ясно. Вот почему я не могу ее сделать. Так, я переутомился. На будущее, да, будем знать, что нельзя так делать. Давай, в следующей неделе, все, давай. 99%, мы на пике. Вот, идеально все. Ажиотаж вокруг поединка очень слабый. Бонус качества соперника. Бонус к ажиотажу вокруг поединка за конкурентный подбор по параметрам и рейтингу. Выложить материал в соцсетях сделано. За последний поединок, ну, в общем, я проиграл, поэтому ажиотажа не особо много от моего последнего поединка. Ну, понеслась, ребят, все, надо выигрывать, хватит уже. Я, правда, записываю эту серию вслед за предыдущей, не тренировался, вообще ничего не делал. Так что можем опять слить, но вроде бы я запомнил некоторые удары наши.
Сейчас попробуем пользоваться ими. Не зря же тренировались всю неделю, да? Мигель Алмейда, бразилец. Смотри, он... Он немножечко легче, но при этом повыше. Не, наоборот, пониже, но немножечко тяжелее. Вот как. Так, ну что, понеслась. И опять справа. Блин, не очень удобно, когда я справа. Хорошо. Так. Спокойно. Работаем, работаем. Он наверняка будет уходить вниз. У него сильные стороны там. Хорошо, по голове работаем. Так, заблокировал. Последовательные удары, помните? Я также помню, что еще мы апперкот можем использовать. Да-да-да-да-да. Он просто стоит, но его надо валить, ё-моё. Ну вот он чего ждал. Хорошо, заблокировали. Он очень медленный по сравнению с нами. Очень медленно. Так, ногу надо ловить, если что. Анимацию надо просто к анимации привыкнуть. Тогда все будет хорошо. Хорошо. Так, остановили. Двоечками, двоечками. И по корпусу. Да ё-моё, не успеваю. Не успеваю вспомнить, что новый блок сейчас у нас. Блокируем, блокируем переход вниз. Хорошо, но он вообще мешок, но его надо устранять. Дружище Руссо. Голова прочная, смотри, бью, бью, бесполезно. Так, ушли. Вот оно, хорошо. Голова заморгала немного. Будешь еще пробовать? Ах, черт. Так, вот это мне уже не нравится. Блок, 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 блок. В блоке постоим. О, черт, пробивает блок. Но зато выложился. Блин, слабенькие удары я наношу. Надо как-то силу вкладывать в эти удары. Но почему не бьют, а? Да ё-моё, ну серьезно. Немножко не понимаю я пока игру. Давай, выход за спину. Работаем, работаем, работаем. Слушайте, он, по-моему, поплыл. Он поплыл через блок, ну. По-моему, сейчас закончится бой. Да, да, ребят, это победа, хорошо. Он уже не мог заблокировать на мои удары. Я через блок ему прям пробивал. Ну что ж, хорошо, ладно. Мы выиграли, причем в первом раунде. Может быть, нам дали такого слабого соперника. Ну, я сам его выбирал. Он очень медленный, в стойке. И было несложно с ним, но, конечно, все равно пока не могу поймать я геймплей. Не могу понять я геймплей в третьей части. Удары иногда просто не происходят, хотя я нажимаю нужные кнопки, ну ладно. Победа нокаутом. Окей, теперь у нас статистика 1-1. Ну ладно, с ним было несложно. Его надо было побеждать. За 48 секунд справились. Сильный удар, опять смотри, 19-18 всего лишь, на один больше у меня. Всего ударов больше, конечно, в целом. Но надо именно сильные удары, конечно, делать. Мы ударник или кто, да? Угу. Выносливость здоровья. Ну смотри, он мне пробил голову, получается, да? Или я ему пробил голову. Я вот немножко не понимаю этого. Наверное, да, когда красная полоска уходит, значит, голова не очень хорошо себя чувствует, скажем так. Ну все. Я не понимаю, возможность сразиться снова. Но, видимо, это от сложности зависит. Чем выше сложность, тем меньше таких возможностей, да? Так, 1600 мы получили. Неплохо. Живучесть 95,6%. То есть мы почти не пострадали. Выиграйте следующую. Да, и две задачи выполнили. Отлично. Продолжаем. Ну что, следующий соперник. Надо к нему тоже подготовиться. И, естественно, прокачаться как следует. Но не перестараться с тренировками. Поздравляем. Отличная работа. Окей. Едем дальше. Итак, три следующих соперника, да, на выбор. Ну, давайте посмотрим. Кельвин Дюран.
Знаете, что с ним будет сложно очень. Он меня, если переведет вниз, все, это поражение, мне кажется, будет. А больше и нет, да, вариантов. World Fighting Alliance 20. Да, я тут не могу. Не могу выбрать. Только с ним, значит. События победы 600 тысяч. Сборы 4 недели опять. Хорошо, принимаем бой. Давай. Давай, принимаем бой. Так, ну и смотрим. Надо снова готовиться. График сборов. У меня 1800, не так много денег осталось. А скидка будет у нас тут когда-нибудь или нет? Я надеюсь, что да. Мы базовый уровень еще не прошли. Ну что, 600 это 2400, мы не сможем оплатить до конца сборов. Все тренировки. Неужели дома придется все-таки тренироваться? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, надо было выигрывать первый бой, тогда бы. Давай, ладно. 3 недели. На 3 недели мне хватит. Но, блин, а там потом денег не хватит на рекламную кампанию и так далее. Давай 2 недели, ладно. 2 недели сборов. 600 у нас осталось долларов, скажем так, да? Эй, Алекс Руссо, у тебя были просто убойные поединки. На твой следующий бой придет Дана Уайт. Он будет подбирать новые таланты для своего телешоу. Покажи, что можешь. Возможно, сумеешь получить билет в UFC. Можно ответить, да? Подумай об этом после боя. Сделаю все, что в моих силах. Это, несомненно, простой путь в UFC. Да ладно, сделаю все, что в моих силах. Ответим. Приз получен. UFC 47. It's on. Так, ну 2 недели мы тренируемся, значит, в зале. 2 недели дома, я так понимаю. Или просто 2 недели тренируемся. Что у нас там с физформой? 73%. Но это плохо, на самом деле. Давай, обучение приемом и перкам сразу пройдем тогда. Так, это прошли, это прошли. За 45 секунд выполните 20 ударов кулаками, не допустив и 5 промахов. Оверхенд, тяжелая рука. Ник Ленс, партнер по тренировке базовый. Давай, 45 секунд, 20 ударов, 5 промахов нельзя допустить. Ну что, джебом опять будем работать. 25 секунд, слушайте, ну это... Ой, 45 секунд. Давай, понеслась. Но он не защищается, так неинтересно. Это легко. Это очень легко. Ну ладно, это базовый уровень, что я хотел. Тяжелая рука, новый перк и оверхенд. Давайте вставить все то, что мы прокачали. Так, где у нас тут оверхенд? Так, как он выглядит? Забавно. Уровень 2. Так. Это у нас R1 плюс треугольник. Все, я понял. R1 плюс треугольник и перк. Новая тяжелая рука. Давай смотреть. Нанесение ударов. Повышает урон хуков. Ну, то, что нужно. То, что нам было необходимо. Пока все на первый уровень, но будем прогрессировать, естественно. Так, 60 очков у нас. Что это такое было сейчас? 60 очков у нас еще есть. 76% физформа. Ну, по сути, мне, наверное, тренировки нужны сейчас. Опять-таки. Давай, бокс. Хорошо. Мощь почему-то не качается у меня. Давай еще. Вот сейчас мощь прокачалась. И давай еще. 78% у нас. 78% физформа, но я думаю, за 2 неделю мы доберем до нужного процента. Да, вот она. Давай, за счет спарринга, наверное, да? Пошли. Кельвин Дюран. Предпочтение ударника. Двигайтесь вперед, чтобы провести контратаку. Двигайтесь вперед. Ударник обычно предпочитает держаться от соперника на расстоянии, вынудить его отступить клетки и сократить дистанцию. Это вот против меня так играют. Хорошо, действует. В режиме карьеры старайтесь всегда. Что он-то? Я не успеваю прочитать. Ну давай. Вот он, оверхенд, наш новый удар. Тихо, 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 тихо. Хорошо, смотри. Так, за выносливостью надо следить. Слушайте, ну мы его... Тихо.
этот удар мне уже нравится. Давай, давай, давай. 94% у нас есть форма. Спокойно. Ну слушайте, 98%. Главное не перетренироваться потом. Хотя это последняя неделя же, да, у нас. Ваш соперник не умеет блокировать хуки. Попробуйте качнуться вправо или влево, чтобы подобраться поближе и нанести хук. Это я люблю. На пике наша форма. Так, хорошо. Будем раскачивать его и хуками стрелять. Надо только посмотреть, какие у нас хуки лучше прокачаны, скажем так. Там у нас еще 60 очков за неделю. Давайте проведем рекламную кампанию. Давай. Материал в соцсетях. Тренируюсь больше. Опять то же самое. Но обучение, если я пройду, будет небольшая усталость у нас, да? Давай, что ли, немножечко еще потренируемся. Бокс с гантелями, блоки, стойка сердца. Это надо бы нам тоже прокачать немножко. Так. Еще можно. 99% из форма. И десяточку еще потратим. На что? Тейкдаун и с подножкой. Блок болевого приема. Давай вот это вот. Блок болевого приема мало ли придется, да? 99% у нас физформы. Я думаю, идеально подошли к бою. Удачи тебе в бою, обязательно постарайся и прояви себя. Ажиотаж. Так, бонус за последний поединок. Слушайте, ну, вроде все галочки стоят. Главное сейчас осталось победить. Так, хуки, да, у нас, значит, хуки. Я не посмотрел, блин, хотел посмотреть, ну ладно. Почему вдруг Дэй не захотелось посмотреть, как громят Алекс Рус? Вперед, Алекс Рус, работай! Ай, что вот там у меня кто-то не верит вот сразу? Ну вообще, по статам, конечно, соперника все лучше. Опа, опа, опа. Дана Уайт, президент UFC, да. But I haven't done that in years. I'm looking for the next Ronda Rousey, the next Robbie Lawler, the next Conor McGregor. I'm looking for future champions. And I'm willing to go to any show, anywhere in the world to find them. В общем, Дана Уайт приехал посмотреть. Super excited about the talent on tonight's card. A lot of tough fighters. Let's see who really wants their shot at the UFC. Понеслась. Нельзя ударить в грязь лицом, тем более. Кельвин Дюран, Алекс Руссо. Размах у него, конечно, дикий. Надо дистанцию рвать. С ним по-другому никак. Ну давай, посмотрим. Говорили мне, тебя надо раскачивать, да? Так, аккуратно. Ну и чего? Будем вообще что-то делать или нет? Ну вот почему удар не идет нормально? Иногда идет, а иногда нет. Вот видите, что это? Типа обманка или что? От Руссо. Не понимаю. Вот оно, хорошо. Неплохо. Почему он стоит? Блок, блок, блок. Пока получается вроде, да? Ай-яй-яй, почему ж промазали-то, а? Как там Дана Уайт-то? Смотрит? Вот это да! Последовательные удары нужны. Так, ой-ой-ой, пропустили. Так, дистанция, дистанция, надо сокращать. Так, да ё-моё. Не привык я к этим добиваниям в UFC 3 еще. По воздуху машу только. Что, все как говорили, работаю хуками. О, оверхенд. Еще разок, да-да-да. Со смещением. Со смещением получается, в принципе.
Ай, закрылся. Так, нога, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Что это за удар опять? Вот это неплохо. Обрабатываем. Корпус, голова. Спокойно. Мы его давим. Мы его давим. А-а-а. Медленный, конечно, поединок. Забавно, наверное, смотрится. Но напряжение на самом деле у меня дикое. Ну вот смотри. Выносливость, конечно, я уже потратил. Но при этом первый раунд, я думаю, никто не будет спорить, что за Руссо. Жалко, что только повалить его не смог. Выносливость, следить за выносливостью. Надо его немножечко тоже вынудить поработать. Потому что, ну да, мы, конечно, с преимуществом закончили первый раунд, но... Он может взорваться рано или поздно, да? Тогда нам не сдобровать. Продолжаем. Вот, вот. Так, спокойно. Ждем, ждем, ждем момента. Джебами отвлекаем. Оверхенд не сработал. Вот теперь сработал. Хорошо. Работаем, работаем. Вот так вот сместились и удар. Но он, смотрите, отходит. Постоянно отходит. Дистанцию меняет. А, черт. Апперкот прошел. Это удары застревают где-то вот, я не знаю, в перчатках или где у соперника. Вот это что? Это типа удар или что? Или обманка? Не джеб совершенно. Какая-то хрень. Добивай. Это надо было сделать уже давно. Смотри, он еще не сдается. Я думаю, это все, сейчас будет хана. Мы так уже добивали, да, соперника. Победа, ребят, победа. Очень странно бой выглядит, я согласен. Очень медленно. Очень, ну, сравнительно со второй частью непривычно. Но, тем не менее, ладно, я... Победил, пока работаем только как чисто боксер. Ноги не включаем. Рано или поздно, конечно, такой стиль надо будет изменять, потому что победа рано или поздно вот такие легкие закончится. Окей, ладно. Как там Дана Уайт? Понравилось ему или нет? Жалко, что не в первом раунде ему победили, да? Очень жаль. Так, нокдауны 0.3, да, сильные удары 56, но вот тут, конечно, мы полностью переиграли нашего соперника. Так, первый раунд, второй раунд, ну все за нами, да. Да, действительно, голову я ему пробил, видимо так, ну по корпусу надо тоже учиться уже работать. Так, ну хорошо, мне понравилось, друзья, не знаю, как вам. Так, ну победа в двух поединках подряд у нас есть. Фанатов 2500 уже. 1600 еще долларов мы заработали. Живучесть 95%. Ну, почти опять не получили урона. Хорошо. That kid has a lot of talent and a lot of potential. We're gonna do this. We're gonna give him a shot in the UFC. Что, сразу прям в UFC? Да вы издеваетесь, меня же сейчас там уничтожат. С нетерпением жду твоего появления в UFC. Отличная работа. Хэштег бой. Так, ну окей, Кевин Дюран. Эй, я приду за тобой хоть в UFC, хоть куда, а ты со мной скоро встретишься. Хэштег удачки. Твое лицо мне не знакомо, но оно напоминает мне кое-кого. Ха-ха. Хай будет, если мы с ним встретимся снова, да? Новичок, контракт за поединок. Так, о, вот это уже лучше, да? Подпись бойца. Ну что, Дана Уайт нас взял в UFC. American Dream, американская мечта, да. И
мы не должны его подвести, не должны показать публике, что он ошибся. Цели контракта. Текущий соперник Кельвин Дюран. Опять что ли? Он тоже, значит, в UFC попал. Рейтинг 2-1. Так, ну хорошо. Хорошо. Ну что, друзья, я думаю, в следующей серии тогда продолжим уже готовиться Кельвину Дюрану и тренироваться, и качать новые перки. Приемы надо мне, конечно, посмотреть, изучить, чтобы как-то разнообразить свой бой, а то я одними джебами, да и хуками иногда, или оверхендом еще. И все, этот бой выиграл последний в этой серии. Ну да ладно. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте про лайки, конечно же, и комментарии. Пока.